Людей в Самаре успели добраться с работы до Дворца спорта. Посмотрим, как будет дело обстоять в середине матча. Ну что ж, пожалуй, вот сейчас нарисовалась небольшая картинка в нападении. 17-й номер Астаны. Маркел Джонсон. Сам из-за дуги пробует и забивает. Илья Платонов и Джастин Робертсон появляются на площадке. А пока перехват. Маркел Джонсон. Мяч отбирает. Контакт какой. Подбор. Маркел Джонсон. Посмотрим, что будет делать. Возможно, сам пойдет до конца. Да, забивает он два. Астаны расступилась. Джонсон в угол. Марчук первый бросок из-за дуги. Показателю в составе своей команды. Один из двух забивает Загород. Смурзагалиев. Эта пушка может. Поэтому игра становится интереснее. Мяч угождает в ногу Маркелу Джонсону. Джонсон на скорости. Оу! 2+1! По трехочковым броскам по-прежнему впереди Астана. 6 точных попыток против 4. А тут с фолом. Как-то увереннее начинает. А вот у Астаны наблюдается суета как в нападении, так и в защите. Но Вадим Щерба!